Накиньте узду на свои эмоции. Чтобы трейдер смог обуздать свои эмоции, следует научиться эмоционально отстраняться от трейдинга. Важно помнить об этом базовом принципе трейдинга и основывать торговые решения на холодном расчете. Если коленки дрожат, а руки вспотели, то необходимо перевести дыхание, расслабиться на несколько минут и снова продолжить торговлю. Не позволяйте эмоциям руководить вашими сделками. Придерживайтесь правил торговли, и это вам поможет со временем стать успешным трейдером.